Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатинорог Радужный. Уйди, будем мы наконец-то решил меня как-то по-нормальному и по-милому назвать. Мяу. И сегодня мы находимся там, где нас окружает только доброта и позитив. Мы находимся там, где нет зла, плохих существ, злых монстров. Только животные, которые кушают бабочек и какают радугой. О, я знаю, где мы находимся. Мы в Петропавловск-Камчатском. Знаете почему? Потому что там недавно форель на нерест пошла. Там очень мило и няшно мне рассказывали. Какая форель на Эверест пошла? На нерест пошла. Ты же говоришь, что у нас сегодня мяшность, ненишность, няшность и мимимишность будет. Вот я, ну, форель это понял. По мне так себе няшно, наверное. То есть в Петропавловске-Камчатске нет зла, там животные кушают бабочек, и на улице полно радужных какашек? Да, еще форель на нерест пошла. Какая форель на Эверест пошла? Как форель на Эверест может зайти? Ну, это вот такой чудесный город. Ну, если Петропавловск-Камчатский такой, я там ни разу не был, но я поверю Кате на слово. И что ты делаешь? Да надеюсь, я сейчас кого-нибудь по жбану ударю, он с неба свалится наконец-то уже. А, ты про того самого, который до начала серии к нам спустился и сказал вот ту дичь, что сегодня будут радужные какашки, вот это добрые люди без монстров, без зла, и как бы он сказал то, что нам сегодня вообще нет чего бояться, вообще нечего, сегодня будет только доброта, милота и мимимишность, никто нас убивать не будет, никто нас пугать не будет. И вот ты ему веришь ему? Я ему давным-давно уже не верю, наверное, с первых серий Майнкрафт, но зато я верю то, что в каждой серии Майнкрафт, но нам попадается новая деревня. Вот это реально чудо природы какое-то. О, мистер Крипер. Мистер Крипер, конечно же, тоже в каждой же серии. Кать, если сегодня не будет ничего плохого, значит, мистер Крипер у нас хороший. Поэтому смотри, я помнишь, когда тебе мама в детстве рассказывала то, что когда ты подошла, помнишь тогда в магазин? Ой. Ах, ты меня заболтать решил! Конечно, заболтать! Я просто хотел посмотреть, добрый ли мистер Крипер или... добрый день! Добрый ли мистер Крипер или недобрый, но что-то не взрываются. Тихо. Ты деревню-то без меня не вылутаешь, сейчас опять заберешь себе все. Что ты там нашел? Короче, минус два жителя. Да я еще пока ничего не нашел, но, как я вижу, бог Майнкрафта нас в очередной раз обманул. Кать, на этот раз сундук мой, так что давай. Ну давай, расскажи хотя бы, что там в этом сундуке. Тут у нас просто какая-то яблочная вечеринка. У меня здесь примерно 17 яблок, 3 хлеба, Ты украла золотое яблоко только что у меня на глазах! Ты весь стак яблок забрал, мне даже ни одного не оставил. Так, хорошо, давай посмотрим в других домах, возможно, здесь что-то будет. Вот интересно, а как мне забраться вот в этот дом, Кать? О, дверь. А давай... О, вот так. Ну давай, запрыгни туда. А мы сейчас по-простому сделаем. По-простому. Киркой дерево будем ломать. Это у Кати по-простому. Интересно, какой здесь жирный фундамент или нет. До сих пор не проламывается в дом. Так, пока Катя там 20 лет будет просраиваться, я... Кать, я если что уже тут, здорово, ёпты! Ага, пока. Ты там жива, нет? Ну, почти, наполовинку. Короче, здесь было еще 14 яблок. Я что-то не понимаю, почему нас сегодня так яблоками задабривают. И здесь еще есть одно седло. Это намек? Яблоки и седло, в принципе, такие совместимые вещи, тебе не кажется? Ну, может быть, кстати. Так, пошли в другие дома. Ты что-то сильно тормозишь в этой серии, Кать? Так, здесь ничего нет. Ой, еще один сундук! Тихо, мой! Опа! Я забрал! Тут было еще одно седло и алмазные крылья тика. Кого? Чё? А ну примерь, алмазные мать! Алмазные крылья? Алмазные крылья какие-то. Тихо. Diamond Wingtips. Ага. Ага. А, это вот. Это не крылья, это вот куда, где щит.
Так, осталось еще два дома. Беги туда, там, где вот этот каменный замок, вот, вот та каменная фигня. И вот тот дом, где еще книжные полки. А я пока еду нам добуду, если она здесь, конечно, есть. Хорошо. Ути, боже мой, какой хороший! И такой редкий. Белый, я, наверное, никогда такого белоснежного коня не встречала. Давай его приручим и на нем ускакаем отсюда куда-нибудь. Я тебе сейчас как ускакаю, я вот как раз таки издалека и заметил то, что с этим конем не так все просто, как ты думаешь. А что с ним не так? Обычный белый конь, хвост есть, копыта есть. Да, обычный белый конь, только у него на лбу дигидон огромный вырос, ты не видишь? Ну, не такой уж и огромный, подумаешь, может, шишку набил, ударился там об дерево. И какой холосенький, пуфыстенький, давай я тебя расчешу, у тебя хвост весь в колтунах, а? Давай. О, да ты еще и светишься весь, от тебя ты прям... Смотри, подожди, ты смотри, он светиться реально начал, у него эффекты какие-то зеленые, белые появились. Слушай, конь, конь, если ты меня слышишь, посмотри на меня. Конь, он смотрит на меня. Да ты же мой хороший. Все, он идет с нами. Дай сюда. Это прям симпатия коня и человека. Только что видел, как он на тебя смотрел. Приручай его, давай скорее! Ага, на него даже седло не ставится. Конечно, потому что его еще не приручила. Там покорми. На вот эти, на яблочки покорми его, пока он не убежал. А он уже убежал. Убежал. Конь! Я обиделась на него. Так он там, иди его лови! Ты куда? Все потеряла, не хочу. Все, отстаньте от меня все. А, так там еще один, иди сюда. Где? Ко мне, подожди. Подожди, это какая-то долина коней с огромными дигидонами на лбу. Да это не дигидоны, ну шишку они понабивали. Шишки, хорошо, шишками на лбу, иди сюда. Попробуй вот этого приручить, может это тебе симпатию проявит. Привет, кушай яблочко. О, кушает, кушает, давай. Садись на него, садись! Так... Да, для этого тоже седло. Да, конечно, ты не можешь седло на него надеть. Сначала сядь! Тупица я майнкрафтовская. Согласен. Так, вот, сейчас, если ты ему вот! Сердечки появились, ты ему понравилось! Сейчас нажми букву Е, инвентарь и надень седло. Так, подожди, не так быстро. Вот совсем другое. Всё, пока, счастливо. Куда оставаться? Пока, подожди, а у меня-то лошади нет. Ты что, на лошади всю серию кататься будешь? Да, а ты где потерялась? А, вот. Ладно, походу в этой деревне дигидонов больше никого не осталось. Эти предлагают отправиться в другую деревню. Возможно, я там себе что-то смогу найти. Давай, ну если у тебя будет лучше, мы поменяемся. У меня не будет лучше. Вряд ли я смогу найти кого-то лучше, чем конь с огромным дигидоном. Перестань его обзывать, ему неприятно. Алексей, скажи, что тебе неприятно. Алексей? Да, знакомьтесь, это Алексей, Лёша, Лёха, называйте как хотите. Ля, какой важный курица. Ну ладно, пошли. Мой Алексей, мой верный конь. Такой белый, пушистый, Лёшка. Знаешь, какой он удобный? Ты вот просто не представляешь. Да, такой хорошо, быстрый. Хорошо. Да, я уже наслушался про твоего Алексея. Я очень рад, что ты нашла себе нового друга. Нифига себе, вот это мне повезло. Знаешь что? Я когда-то давным-давным-давно... Давным-давным-давно? Очень давным-давным-давно нашла алмазную броньку в какой-то из серий, помнишь? И вот сейчас-то я про нее вспомнила. Она у меня в инвентаре лежит, смотри, Алексей. Ой, то есть ты сейчас еще будешь выеживаться своей алмазной бронькой, да? Так, Каролина, познакомьтесь, это Алексей, у него есть алмазная бронька. Каролина ни с кем знакомиться не будет. И эта Каролина тоже ни с кем знакомиться не будет. Ты смотри, нашла себе вот этого верного друга. Сейчас ходит выеживается. Про меня вообще забыла. Я вот это пешколямбой передвигаюсь за ней. Иди сюда, деревню надо лутать. Так, подожди, Каролина, здравствуйте, это Алексей. Каролина, постойте, это к Алексею, он очень... Ёханый ты побайкать. Иди, давай я буду здесь стоять, если ты вот такая со своим другом Алексеем. Иди лутай дома, иди лутай вот давай. У тебя поводок есть, поводок есть? У меня нет поводка, иди лутай. Мне нужен поводок, я не могу Алексея оставить без присмотра. Я за ним прислежу, все, давай, Алексей пускай пасется. Иди давай лутай. Сейчас я алмазную броньку заберу, а мало ли что в этом мире вообще бывает. Пойду полутаю, что ли. Давай иди лутай, что ли. Ну что, вот... Мистер Крипер. Тихо. Я с тобой в эти игры играть не буду. Ты только что чей-то дом взорвала, аккуратней, Кать.
Да пофиг. Алексей, значит, да? Ты тут смотри, как бы, она моя тёлочка. Ты на неё вот это свой дигидон, вот это рок шишку своего не точи, хорошо? Возле меня ходи, пасись, вот это яблочки точи, и вот это всё остальное. А вот тебе и конкуренция, Алексей, кстати. Так, Каролина, присмотри за Алексеем. Кать, ты там лутай, дома продолжай лутать! Да лутаю я, лутаю. Тут что-то какое-то непонятное лежит. Не могу понять, что это. Здравствуйте. Это как Алексей, только без дигидона, зато с этими. Ля какие! Так, пока Катя там лутает, кого мне из вас троих выбрать? Тебя что или... Что ты делаешь? Да я тут три Каролины с крыльями, короче, летают возле меня. Вот я думаю, кого приручить? Одну Каролину, вторую или третью? А, ты ну там ладно. За Алексеем смотришь? Да, я за... Там я Каролину попросил, Каролина за Алексеем смотрит. Так. Ладно. Кушай, кушай, кушай. Давай, давай. О, ты куда? Куда? Стоп, 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 стоп. Стоп. Кать, тут у меня экстремальные виды спорта какие-то в небе происходят. Слушай, а я тут нашла что-то прикольное для своего Алексея, зелененькое. Если меня сейчас Каролина с этой высоты скинет, я расшибусь к чертовой бабушке. Ты на Каролине летаешь? Ну да. Так, а все. Фух, так, все. Ты ага, где? Все. Так, а где я? Меня куда-то Каролина занесла. Алексей пришел ко мне. Кать, посмотри да? на гору, пожалуйста. Смотришь? Ну там житель ходит наверху. Ну вот, смотри туда. Лови меня, Кать! Это ты летишь? Это я лечу, а сзади тебя крипер стоит, осторожно! Подожди, стоп. Отойди, сейчас Алексея взорвет! Отойди, Кать! Подожди. Отставить эмоции. Алексей, ну что вы сейчас скажете? Посмотрите на мою Каролину, летающую куропатку с двумя крыльями. Кать, ты никогда в этой жизни не научишься криперов убивать, как я вижу. Подожди, что это за фигня у тебя? Это Алексей? Не фигня, это Алексей без дигидона, зато с крыльями, смотри. Офигеть. Ну все, иди там, хвастайся своим Алексеем, я пошел, короче, полетел. Тут, кстати, да еще... ты это, летчик недоделанный, верни. Там второй. Там еще два вот этих. Ну ладно, ты там что-то нашла в кузнице да, или нет? Да, там в кузнице какая-то непонятная дичь, пошли вместе посмотрим. Так, подожди. Пацантре, присмотрите за своим кентом, чтобы он никуда не улетел, я сейчас вернусь. Алексей, здравствуйте. Так, а что ты здесь нашла-то, а? Тут, во-первых, два алмаза, я их себе забираю. Ну, Я один успел украсть. Я так, тоже. Это что, алмазный конский шлем? Я так понимаю, это на дигидончик. Типа, на дигидончик. Да, да, вот да, такой да, же да. Нашла. На шишку, вот такой. На шишку. Опа. Смотри у меня. Так, дай мне вот этот зеленый, а ты себе синий забирай. У меня будет зеленый комплект, у тебя синий. Подожди, какой комплект? Нет никакого комплекта. Давай я заберу себе диамонт, а тебе вот такой, да? Давай, неплохо. Пойдем примерим. Давай. Обсидиан тебе нафиг не нужен, железо тебе нафиг не нужно, седло тебе тоже не нужно, да? И все это забирать надо. Давай, пошли. Да, в принципе. Подожди, смотри. О, подожди. У меня тут... Так, давай. Зеленая изумрудная бронька. И надкопытники, подкопытники, смотри. Ты мне дай зеленое, себе забирай все алмазное. Кать, ты что, жадина говядина это такая? Ты все цвета себе забрала. Так, все, вот так, в принципе, мне нравится. Собака-то такая. Так, где мой вот этот? Сейчас я его приодену, сейчас посмотрим, как он выглядеть-то будет. Ну и подумаешь, что твой Алексей летает. У меня Алексей все равно лучше, я его ни за что не променяю. Смотри на моего Алексея. У него дигидон появился, он у меня между глаз. Смотри какой. Опа, и но полетели. На меня посмотри. Смотри, как у меня полный комплект. Осталось только еще какую-то на фигню найти и все. Слушай, Кать, подожди. А ты... вот нашла! Вот дай мне ее, пожалуйста, мы в начале серии ее нашли, отдай, пожалуйста, Кать! Она для крыльев моего вот этого Каролины Алексея, пожалуйста! Как это она для крыльев, если я только что наделала ее на дигидон своего Алексея? Сними с дигидона, дай мне, пожалуйста, вот я тебе кое-что покажу, пожалуйста! Только верни, пожалуйста. Хорошо, обязательно верну, давай. Ага, я тебе зуб даю, он на крылья моего Алексея Каролины, смотри. Опа, и ставь его вот сюда. И сейчас... Он на крылья, ты смотри, у него крылья алмазные стали.
А почему у меня это на Дикий Дон наделать? Да потому что твой Алексей лох, а у меня крылатый Алексей. Вот и все, пошли, Катюх. Точнее, ладно. Полетели, а ты догоняй меня давай. Пошли, Алексей. Нига, метели, полетели. Ну и ладно, вот, Алексей, мы с тобой так вообще разберемся с этой жизнью. Красота-то какая! Вот здесь бог Майнкрафта не соврал. Няшности и мимимишности полные труханы. Да, пора реально трусы пойти поменять. И куда ты полетел? Тут вода сплошняком. Слушай, я тут подумала. Зачем мне две бронки на единорога? У меня алмазная. И вот еще одна в инвентаре лежит. Давай я тебе ее отдам. Она подходит тебе, зеленая. Забирай. Ой, какая добрая душа. Так, значит, я надену зеленую. Вау. И, подожди, мне просто интересно, я могу на Дигидон надеть, допустим... А, нет, вот это не могу, а вот это... Книгу надел. Кать, у него ТНТ на вот этом на шишке вырос, смотри. Подожди, а я могу надеть на... А у тебя курица на шишке выросла. Подожди, подожди, а если... Кать, ну успокойся! А если вот так? Кать, успокойся! А если вот это вот так? Кать, убери яйцо с шишки! Вот так! Алмаз на шишке? Нифига, да, всё, нифига себе ты балуешь Алексея. Ну так слушай, что я тебе сказать-то хотел? Бог Майнкрафта-то нас сегодня радует. Реально не происходит ничего плохого. Никто нас не убивает. Просто обычная серия. Ну, не учитывая мистера Криперов. Мистер Крипер это, в принципе, наши друзья, поэтому с ними все нормально. Я на самом деле очень даже удивлен этому. Да, серия такая получилась спокойная, прикольная. Мы нашли новых друзей. У меня да. Алексей, у тебя... А у меня Алексей Каролина. У него просто двойное имя. Вот. Он из царской семьи просто, ладно. Слушай, Кать... А тебя не настораживает то, что перед нами, вот там, в глубине леса, пожар образовывается прямо у нас на глазах! Ой-ой, это не к добру, давай просто не пойдем туда и все. А если там внутри еще какие-то Алексеи обитают, вот братья твоего Алексея, ты хочешь, чтобы они погибли заживо? Или мы их спасем все же? Подожди, слушай, ну тогда давай слезаем с наших Алексеев, Алексеев Каролины, идем спасать. Все, давай, давай, пошли, опасности. Давай, пошли! Мы... Побежали. Мы за вот эту, мы за дикую природу, мы за спасение всего мира! Мы, черный конь. Мы за дикую природу, только мы не за тебя, сатана, ты. Подожди, так, ага. Так это он все поджигает? Подожди, подожди, так, я вижу там Алексея, кажется, нет? Иди, спасай Алексеев из этого горящего леса! Подожди, я что-то не... Демонический хрыщ из преисподней. Так это ты здесь все поджигаешь, чертовой бабушки! Ай-яй-яй, да ты коня-то не вини! Не вини коня, это все бог Майнкрафта по-любому, это он виноват! Няшки обещал! Да, няшки в начале серии, няшки, а сейчас пристал, вот это пристал вот этого коня из преисподней, который нас пытается убить и поджечь! Катя... Так, Алексеев, Алексеев, Иван! Давай, вот здесь он меня точно... где мой Алексей? Здесь он меня точно не достанет, если он, конечно, летать не умеет. Садись на своего Алексея, сваливай отсюда к чертовой бабушке! Все, я нашла его, бежим туда наверх на гору, там встречаемся. Ай-яй-яй-яй-яй, помогите, спасите, Алексей, давай быстрей. Катю, у меня для тебя очень плохие новости, он, оказывается, еще и летать может. В смысле летать? В прямом смысле. Ладно, Кать, я полетел в другую сторону, я там вот это... В смысле в другую сторону полетел? А меня спасать кто с Алексеем будет? А вот твой Алексей летать не умеет, а мой полетит домой. Ну вот, Алексей... Будешь знать, как без крыльев-то рождаться. Не то, что твои братья. Давай, беги быстрее, пока нас этот демон не достал.